Австралия возобновляет финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг. По словам министра, решение о продолжении помощи БАПОР было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу обострения гуманитарного кризиса в Газе. Глава МИД также отметила, что в соответствии с решением, принятым правительством, в адрес организации будут направлены замороженные ранее денежные средства в размере около 4 миллионов долларов. Вонг подчеркнула, что решение приостановить процесс финансовой помощи был принят Камберой из-за серьезных обвинений в адрес агентства. Правительство Австралии считает, что БАПОР не является террористической организацией. Австралия возобновляет свой вклад в БАПОР. Наше правительство было проинформировано о том, что за пределами Газы имеются большие запасы продовольствия, но нет возможности перевести его через границу в Газу и доставить его в больших количествах без сотрудничества с Израилем. И мы просим Израиль разрешить доставку помощи в Газу.